Всем привет-привет, гости подписчика Мир Хайтек. Многое кто из вас жаловался, почему нет уличных проекторов. Итак, ваши жалобы услышаны, мы завезли уличные проекторы. Теперь вы можете украсть не только внутри дома, но и снаружи. Вот он, наш первый лазерный проектор, будет идти в такой упаковке. Давайте его откроем. Внутри у нас сам лазерный проектор, вот такой вот. Кабель у него 5 метров, тут небольшая инструкция. Подставочка, колышек. Закреплять можно в снег или куда-то его закрепить уже в нужное вам место. Подставку можно закрепить как вертикально, так и горизонтально. Ну и тут набор для всего этого. Давайте камеру поближе, чтобы вам было лучше видно. Вот он, наш лазерный проектор. Тут у нас такая вилка. Провод 5 метров, как сказал ранее. Тут у нас крепления вот такие. Вот здесь вот так все крепится в любое положение. Комплектик. Вот это можно горизонтально прикрепить. Это у вас получится примерно вот так. Вот, вот. Здесь хочу заметить, видите, такая заглушка. Все будет крепко держаться. Никуда от вас ничего не денется. Давайте узнаем о нем чуть-чуть побольше. Сделано из достаточно прочного пластика. Готов к любым погодным условиям, выдерживает до 35 градусов по Цельсию и, естественно, минус. Степень защиты у них 65 IP, где шестерка – это полная защита от проникновения пыли, а пятерка – это защита от струй воды во всех направлениях. Весит он примерно 1 кг, имеет подставки, колышек, в общем, все, что вам нужно, все имеется. Итак, давайте уже посмотрим, как он светит. Мы все собрали, все готово. Включим DSBox 200, чтобы не было скучно смотреть на проекцию. Сейчас проходит огромная скидка для наших подписчиков. Доставка абсолютно бесплатная. Погнали! Так, с первым разобрались, теперь второй. Характеристики все те же самые. Различия у нас в форме. Вот такой он формы. Первый был вот такой. Также в ножке, так называемый колышек, здесь она вкручивается, здесь резьба такая. Здесь просто крестовина. Первое различие нашли. Также имеется смена режимов. Смена режимов, сейчас вырубаем свет и посмотрим, как это все выглядит. Вот такой вот лазерок. Стоят они до 2000 рублей только для наших подписчиков. Thank you.
Через час забуду, как их звать, ай-яй. Попрошу меня не набирать, ай-яй. У меня в постели встречи в пять. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам все понравилось. На мой взгляд, это отличная вещь, особенно у кого частный дом. Отлично украсить свой двор. Стоит она весьма недорого, до 2000 рублей нашим подписчикам. Я больше, конечно, склоняюсь ко второму варианту. Там множество режимов. Также режим штробоскопа, мерцание. Вот это два цвета, красный, зеленый. Все это комбинируется. Очень круто. Все наши контакты будут в плане всего видео. Также вы найдете их под видео. Не забывайте подписаться на канал, кто еще не подписан. Обязательно поставить лайк, прокомментировать, что вам больше всего понравилось. Кто еще не закупился акустикой на Новый год по номерам телефона. Dancebox 200 по акции для подписчиков. Доставка абсолютно бесплатная. Россия, Казахстан, Беларусь. Груз страхуем на полную стоимость. В общем, звоните, пишите. 24/7. Все для вас. Не болейте. Мы вас любим. Пока-пока.